Ловкий мини-погрузчик «Бобкэт» быстро и аккуратно перемещает строительные материалы на площади перед ТЮЗом, объезжая препятствия. Эту работу ему доверили не случайно, ведь другая техника здесь просто не развернется. Миниатюрная машина появилась в Заречном всего полгода назад и уже успела себя зарекомендовать только с положительной стороны. Отличный автомобиль, очень маневренный. Очень быстрый, вот в такую вот прохладную погоду в нем очень комфортно, тепло, позволяет очень быстро, например, вот, лавировать песок, позволяет убирать. Очень быстро все позволяет это делать, то есть заменяет очень много людей. Работать с удовольствием, да, очень интересно, весело. На улице Озерской с ювелирной точностью доставляет на 9-й этаж тяжелый груз автокран «Ивановец». Им управляет машинист с большим стажем работы Иван Язулов. Достоинство новой техники он уже успел оценить. У нее длинная стрела, больше 30 метров, грузоподъемность 25 тонн, проходимость высокая, он вездеход, то есть он может пройти по лесу, по бездорожью. Работать мне привычно, я уже более 40 лет на автокранах работаю, это еще с 1974 года, так что работать приятно, на новой технике всегда приятно работать. Универсальный мини-погрузчик с навесным оборудованием, подметально-уборочная машина, трактор и подъемный кран на базе автомобиля Зареченский комбинат благоустройства получил в мае этого года. Техника полностью оправдала ожидания работников КБУ и освободила их от тяжелого ручного труда. Показала она себя уже, мы можем сказать, на протяжении вот этого времени мы ее достаточно серьезно эксплуатировали, только с самой хорошей стороны. Прилотковая часть никогда так не вычищалась в городе. Есть много таких специальных моментов, которые помогают нам избежать ручного труда. Ну, например, вы видите, что мы перестали собирать кучками осеннюю листву, мы ее забираем так. Безусловно, много всяких работ, которые раньше просто КБУ не могло делать в силу того, что не было у нас специальной техники, мы сейчас выполняем. Убрано где-то больше практически 150 деревьев, которые мы просто подъехать не могли без того крана, который у нас сегодня есть. Потом даже нам сейчас свои работы очень легко выполнять, например, соль мешать с песком. Это тоже кажется, что это просто. На самом деле без крана ничего не получается. Общая стоимость 4 единиц новой спецтехники около 18 миллионов рублей. Деньги на ее покупку Заречному выделила госкорпорация «Росатом» как подарок к юбилею города. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».